Привет. Ну, коль скоро записал видео про эту чудесную коробочку от компании Mini DSP, которая корректирует акустику вашей комнаты, было бы логично, наверное, рассказать о том, как это все теперь сделать, как это настроить. Потому что задача на самом деле такая нетривиальная. И для того, чтобы все это подключить, и для того, чтобы установить все плагины и так далее, попробую рассказать максимально коротко и быстро, как это сделать. У меня, как я говорил, в системе есть два усилителя, есть цифроаналоговый преобразователь, плюс добавилась вот эта вот коробка, и установлен, подключен плагин Direct Live с онлайн-процессингом, который рассчитывает все эти фильтры. Вот прям за мной на компьютере как раз сейчас уже запущен этот плагин. И постараюсь показать вам, как это все выглядит в действии. На самом деле, думаю, не так сложно, не так долго. Ну и так, что нам потребуется? Вот установленный и уже запущенный плагин от Mini DSP. Видите, подключен микрофон. Для микрофона загружен калибровочный файл. Усилитель. ЦАП. У меня еще есть селектор выбора, с какого усилителя на какие колонки отправлять. Второй усилитель. Ну и дальше вот та самая коробка от Mini DSP. Switch, фоновый корректор, проигрыватель. Настраивать я буду вот эту пару колонок при всей неправильности их установки. То есть стоят они с точки зрения акустики далеко не в самом лучшем месте. Микрофон, что я вам уже рассказывал, дать на аудио, по-моему. Дальше начнутся замеры из разных точек. Посмотрим, что из этого получится. Тут мы можем выбрать уровень Master Volume, который при изменении программы меняется. Как видите, вот здесь. Выше ставить смысла нет, в красную зону. Также уровень чувствительности микрофона. Ставим его на 0%. И колонки. Дальше при проверке должен быть шум. Левый канал. Достаточно. И правый канал. Поскольку микрофон стоит ближе к правому каналу, понятно, что уровень правого канала при одинаковом звуке на усилителе получается выше. Ну, в общем-то, это и надо будет тоже компенсировать. Далее выбираем, что мы хотим и как сделать. Можно сделать очень зауженную точку прослушивания из ряда кресла, либо с 13 точками измерения более широкую, либо максимально широкую с 17 точками. Я, в общем-то, собираюсь сделать вот это. И переходим к измерениям. После перехода на каждый экран достаточно подробно описана процедура, что необходимо будет делать. И
Он показывает нам 3D картинку, где необходимо будет устанавливать микрофон для измерений. Так это выглядит после измерения первой центральной точки. Дальше будем мерить всем остальным. Честно говоря, я не засек, сколько времени заняло, чтобы измерить все эти точки. Ну, думаю, не так много. Сейчас все это сохранено, и дальше можно перейти к тому, чтобы рассчитать фильтры. И они рассчитываются не на компьютере, они рассчитываются на сервере. Погнали. Вот, собственно, то, что он выдал после расчетов. Ну, тут действительно видно такой жесткий провал. Пик. Не очень красиво, прям скажем, картина. И сейчас попытаемся это все немножко скорректировать. Надеюсь, экран так видно. Итак, во-первых, я расширил диапазон фактически максимально. Дальше преобразовал target line в точке, которую теперь можно корректировать. Это, в общем-то, делать не обязательно, поскольку он изначально выдает как target достаточно прямую линию. Тем не менее, немножко поиграем. Ставим максимально прямой участок. Замелокало чуть поднимем. Бас. Это левый канал, это правый канал. И импульс выглядит вот так для правого канала и для левого канала. Что он нам предлагает в качестве корректировки? Как видите, это откорректированная кривая, которая значительно ровнеет. Да, у нее тоже чудес не бывает, у нее тоже есть завалы. Нету таких явных уже пиков, особенно в области средних частот. Так же, как и провалов на высоких, также скорректировано. То есть, в принципе, все достаточно ровно. Для правого канала картина еще даже красивее. Это получается общий вид. И то же самое можно посмотреть с импульс респонс, левый канал и скорректированный левый канал. Правый канал и скорректированный правый канал. Если все вместе, о чудо, две колонки откликаются и затухают примерно одинаково, что не может не радовать. Дальше этот фильтр экспортируется в чудесную коробку и сохраняется в качестве пресета. Думаю, что на данном этапе для того, чтобы проверить, как это звучит, достаточно будет и таких корректировок. А дальше уже можно будет играть и делать какие-то тонкие настройки.